Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 26 июня 2018 года. Сегодня последний вторник месяца. Я нахожусь на Конституции 11, улица Конституции 11. Здесь сегодня с 16 до 17 должен принимать Белоножко Олег Вячеславович. Сейчас я посмотрю время, чтобы не врать. 16 часов 11 минут, то есть время нормально, но, по-видимому, здесь, я подозреваю, что офис политического партии, ну, через это сейчас и посмотрим. Ух ты. Добрый день. Добрый день. Блогер Александр Демидович. А сегодня здесь должен принимать депутат городского совета Белоножко Олег Вячеславович. Ждем. Ждем Олега Вячеславовича. Еще нету, да? Пока нет. Вы не против, я тоже буду ждать. Тут народ тоже есть. Ага. У-у-у. Это вы все к депутату, да? Еще не все, мы с ним. Серьезно? Ой, как хорошо. Добрый день, пан Демидович. Добрый. Все на прием, да? Да. Ух ты. Депутат сегодня в цене. Это отлично, это хорошо. А будет? Будет, к сожалению, немножко опаздывает. Ну, опаздывает это не страшно, я думаю, подождут. Он перезвонил, предупредил, но, к сожалению, придется подождать. На сегодня? Привет. Добрый день, Олег Вячеславович. Привет. Был у вас приемный, там много пошли, народа. Пошли, я на секунду ровно. Как много людей к вам обращается? Да постоянно, человек по 20. Только в приемные дни или... У меня приемный день, последний вторник. Да, вот я чего сегодня к вам и пришел. Ну так пошли. Ну давайте побудем, да, с вами. Все вопросы я зарегистрировался сегодня. Я выпадал. Расписал все там АДЕ. Это то, что мы говорили на прошлом депутатском приеме, да? Да, ага. В том числе. И хочу спросить, теперь у меня сегодня Армагеддон Владимир уже заканчивается. Много у вас интересных идей. Информация по городу, по области немножко есть. Ну, вот такой факт. Олег Вячеславович Белоножко на работе, на депутатской работе, скажем так. Еще раз, Конституция 11. Последний вторник каждого месяца с 16 до 17 он принимает. Это хорошо, депутат работает. Ну, хоть что-то есть позитивное. Всем хорошего настроения.